Я подумала, наверное, можно это тогда, картошку добавить, правильно? Я приготовлю, поем и зайду. Ну, скорее всего, да, я, скорее всего, буду тут. Давай, мы ждем, ждем. Больше, маленький кусочек. Не, мясо там горит, по-моему. До встречи, до встречи, до встречи. Почему? Если ты про Бамблби, то ладно. Либо... О, я угадала. Думаю, почему так сложно чистить картошку? Хотя он шершень вроде. Ну, мы главное, что поняли друг друга. Остальное не так уж и важно. Давай, давай. Счастье тебе. Ох. Как ее чистить? Резать, нарезать. Да, блин, картошка не режется. Боже мой. Лучше ломтиками. Я с кусочками режу. Мне не принципиально, во рту это все равно в одном виде окажется. Вы бы чувствовали какой тут запах. О, боже мой. У нас японская кухня. Повезло, у нас русская. Свое всегда вкусно получается. Полупрожарки. Мясо с кровью, знаете, готовят вкусно. Сейчас попробуем. Ва! Оно не рвется. Я пересолила, капец. Влюбилась, походу, да? Ну, ё-моё! Я очень сильно пересолила. Покажись. Да, отставили. Сейчас второе разорвем, посмотрим. Второе нормально. Второй кусок.
Сегодня мы будем кушать нормальную еду. Я в шоке. Я рада тебя отпустила. У меня, правда, чай закончился. Спасибо, спасибо. Я не ищу отношения. Но если учитывать тот факт, что соли очень много, точнее, не учитывать, то даже, в принципе, ничего. Надо, наверное, воду найти. The food looks good. Thank you. Вкусно, солено. Очень солено. Ну а так очень даже ничего. Я даже не думала, что я могу так приготовить. Ну, картошка бомбезная, прям как у бабушки. А я запаслась водой. Спасибо, спасибо. How is the weather? Very cold. Cold and snowy. Упана. Thank you. Спасибо. Спасибо, спасибо. Thank you. Не, серьезно, очень вкусно даже. Here in Brazil, it is hot very. It's... Я даже не знаю, как сказать, потому что жарко это тоже плохо. It's bad or normal in Brazil. Do you prefer cold or heat? I prefer cold. Ваш аппетит разыгрался. Так ты сходи, покушай, не мучай себя. Никогда не нужно себя мучить. I just say too cold is bad, too hot too. Okay. I agree. Cold is normal. But the cold you can turn on the air hot conditioning. What? Как батарея будет? Tuning to bend the что? Я вот это я уже не понимаю. Сейчас реально будет АСМР, потому что помидорку надо высасывать.
Yes, yes, yes. All right.